Так, глава 10. Крыши. Кошки-мышки. Крышки? Ну, 10. Я точно не помню, сколько их там еще. Штук 17, наверное, всего. Хочешь узнать, как дерутся девчонки? Еще как хочет он узнать. Он, я Ctrl не нажимал, что-то у него совсем крыша поехала. Хочешь узнать, тебе конец, ё-моё. Дын. Yes. АБХС. Так, здесь что-то серьезное, если я не ошибаюсь. О, господи. Красный? Какого черта он красный? Если я не ошибаюсь, значит это... Блин. Давай. Что ж такое-то? Не получается тебя по-нормальному убить. Отлично. Так, вот эта светящаяся штука, это наверняка рельсовая тварь. Так, опа. Получилось. Ты мне поддался. Теперь гони пушку. Да, пока что иду не очень хорошо. Эти красные ниндзя выбивают из меня дух. К сожалению, я вынужден это признать, они сильные. Ой! Хочу ли я фазовую маску? Пожалуй, хочу. Удачи! Так. Еще немножечко и танкер конец. Конец, я сказал. Отлично. Вот так вот. И гиппа, и еще один гиппа. И я владел новым приемом. Прием ураган. Я не знаю такого приема, честно говоря. Влево или вправо. Затем вперед плюс удар ногой. А. Блин! Какого черта? Какого? Эй! Ты должен был пожалеть меня, между прочим. Да откуда меня вообще? Какой хрен? А, вот ты упал. Отлично. Синий, да? Ну, синий, не красный, вроде бы. Вот так. Сволочь ты, вот ты кто. Лечиться надо больше мне. Так, блин, ничего не вижу. Щит, это хорошо. И там ублюдок. Угу. Иди сюда. Мой конец. Угу. Ну и с этими-то я справляюсь, особенно когда они в углу поджаты. Они не соперники. Я не вижу ничего. Ничего не понимаю. Где я вообще? Мне бы туда зайти и не свалиться бы. Ладно, и так сойдет. Дурацкий темный уровень. Зачем делать такой черный уровень? Просто сотканный из черноты. Это же, не знаю, это же некрасиво, по крайней мере. Опа. Так, ты мне не нравишься, я тебе... Совсем охренела. Черт, этот уровень. Этот уровень. Уже... Я начинаю его ненавидеть. Так, уже неплохо. Давайте, если вы и дальше будете так друг друга избивать, я, пожалуй... Проголосую за вашего Мура на следующих выборах. Нет, я не хочу. А может и хочу. Как мне не умереть-то? Я ничего не вижу. Вообще ничего не вижу. Я не шучу. О, свет в конце тоннеля. Ую. И что, и ты пойдешь сюда теперь? Или ты умер уже? Нет, ты не умер. Ну, давай, иди сюда. Господи, еще один красный.
Так, что-то как-то... Чего там столпились вообще? Ну, блин. Это бред. Я как будто пытаюсь сам себя убить. И ты что-то никак не перестанешь стрелять своими мушками в самом-то деле. Так. Так. Так, этот есть. А тот? Куда он делся? Он умер? Потрясающе. Теперь было бы неплохо еще найти свое оружие где-нибудь. Я же вообще же не понимаю, что происходит. Народ, вы что? Вы завели меня куда-то. Я здесь, блин, и что? Как отсюда выйти-то? Не так, нет. Так, нет. Ладно, и так сойдет. И без оружия справлюсь. Эй! Эй, я! О, нет! Блин. Так, дайте это мне, ладно? Чтобы никто из нас не пострадал. Тазг! Надо было это предвидеть. Я мог это... Не надо мне... Ну, как тебе мордобойчик? Вау. Ну и враженица. Ну вот, и теперь у меня есть и силовое поле, еще два дипа, и вот тут танкер, которого я хотел бы убить, не привлекая внимания того человека с пушкой. Но он синенький. Я думаю, он поймет мои чувства к нему. Блин. Так, не дадим ему встать теперь. Прямо в стену. В стену. Так, ты есть, а тебя нет. У тебя нету. Зато есть патроны. Ух ты, вот ты еще не все расстрелял. Это круто. Это просто отлично. Сволочь ты такая. Вот так. Ничего нет? Я-то думал, ты... А ты... Где-то здесь была аптека. О, вот тут. Отменно. Я не вижу, куда прыгать. Вау. Я помню, что надо прыгать сюда, но... Я ни хрена не вижу. Давайте на удачу. Эуэй! Получилось. Получилось. Так. Ой, очень-очень-очень повезло с этим самым, с силовым полем. Я помнил, что оно зачем-то нужно, но зачем, вспомнил только теперь. Узнал, точнее. Грёбаное проклятие. Это больно. Колесо снесло. Она была слабачкой. Ну-ка, зацените начальные, ну, эти характеристики и скажите мне, что теперь я не пройду. Потому что теперь я считаю, что я пройду до сейва, до которого еще переть целую вечность. А, да, охренительно. Итак, как вам вот такой расклад сил? Ну, теперь-то я точно всех сделаю. Блин, ну, наконец-то. Его я уже убил из рельсовой твари. И тебе тоже совсем скоро придет конец. Блин, там, там край мира сего, да? Я не хочу туда. О-о-о. Это было совершенно случайно, но того стоило.
Что самое страшное, я ведь не могу специально сделать кипящую ярость. Кипящая ярость, ярость. Только с третьей попытки. Итак, сейв. Странно. Я практически чувствую, как он крадется от тени к тени. Да, ты можешь чуять ниндзя. Для тебя это странно, а для меня нет. Вставай. Потому что мы еще с тобой не закончили. Мы еще даже не начали, ё-моё. Ну, тыц. Цыц. Баз. Вот, так-то лучше. Так-то лучше. Какой хей? Эй, не собирался драться с тобой. Ты не можешь мне особо навредить этой штукой. Помни об этом. Знаете, это... Сейчас я поправлю микрофон. Это было действительно нелегко. Я шел сюда, ну, очень долго. Ну, это было попыток 10. Что-то в этом духе. И помогла мне только странная тактика, которую я даже не знаю, как назвать. Суть в том, что я пробежал мимо очень много противников. Надел фазовую маску и сказал вам: идите нафиг, вы не будете меня видеть. А тебе начало. Начало твоей смерти. Так, там есть парень с очень отвратительным оружием, которое называется плазменная пушка. Да? Да, он здесь есть. Но оружия нет. Это странно. Так повлиял на него какой-то... Стоять! Или я что-то путаю? Да нет, я ничего не путаю. Здесь должен был стоять парень с плазменной тварью. Но его здесь нет. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Все равно это совершенно отвратительное оружие. Так, я... Все еще совершенно ничего не вижу. А, нет, теперь я вижу более-менее нормально. Это хорошо. Так, приходится немножечко импровизировать. Потому что я плохо помню, что здесь надо сделать. Но я думаю, что это ничего страшного. Эй, здесь как-то можно было куда-то перепрыгнуть. А я ничего не вижу все еще. Отя! Да, да. Да, я спасся. Ура. И огреб на свою голову целых двух противников, включая... А, нет, я думал, это красный ниндзя, но все не так уж плохо. Так, 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 так. Сокрушитель. Умри, сокрушитель. И еще немножечко. Еще чуть-чуть, да? А. Фух. Так, и у вас ничего нет. Зато я могу лечиться, и у меня еще полно дипа. Это меня радует. Так, здесь... Здесь у нас две девицы под окном. Пока не хочу с ними разговаривать. Они мерзкие, противные сволочи. Одна девица, без окна. Все, паночка померла. Отлично. О, йос. Йос. Ну, у тебя, наверное, уже кончились. Нет, еще не кончились патроны. Так, что я больше хочу? Наверное, все-таки это. Почему бы и нет? В конце концов. Ой, так. Кто сзади? О, сволочи. Да, каким-то образом он умер все-таки. Это круто. Я не собирался брать аптечку, я собирался расстрелять тебя из рельсовой твари. Но меня кто-то тоже хочет расстрелять. Сволочи. Так, здесь надо пробежаться, это я помню. Да? Да? Да, вроде похоже на то. Чем быстрее я здесь пройду, тем лучше. Правда, не помню, почему я так считаю. Но я именно так и считаю, да. Лучше много противников сразу, чем пара расстреливающих тварей на мою голову. Так, так, так. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще капельку. Я же так о малом вас прошу. В самом-то деле, ты тварь. Ты лишила меня моего щита.
почему-то этот Карабас-Барабас, как его там, танкер, не приходит сюда. Это странно. Так, ну, каковы мои шансы победить всех? По-моему, нормально. По-моему, неплохие. Здесь ничего нет, ничего нет. Один выстрел, прилично гиппо. Я, правда, все еще ни черта не вижу. И полетели. Да? Нет? Я не помню. А, все. Я помню, что надо делать. Да, так-то лучше. Это был полный бред, но он мне помог выжить. О, господи. Так, игра сохранена. И еще один сложный момент. Хочу ли я расстрелять тебя, ублюдок? Пожалуй, хочу. Почему бы и нет? Может, ты даже перезарядишь оружие? У меня нет? Не хочешь? Дас. Вот так вот. Дальше, пожалуй, надо быть уже осторожным. Что за предмет? Бла-бла-бла, хорошая вещь. Он не может скрыться от меня, но почему? Я уж боялся, что умру. Так, здесь что-то не то. Какой-то подвох. Я имел в виду не этот подвох. Я имел в виду другой подвох. Ты не подвох, ты обычный человек. Сдохни вообще, кстати. Про между прочим. А там можно что-то взять, только я ничего не вижу, как всегда. Тупой монитор. Как-то же можно было перепрыгнуть куда-то. А, во! Точно, ща сделаю. Ща спою. Оп. Оп. Где-то кто-то появится. Нет пока. Он появился. Он появился, сволочь. Надо было сначала его убить. Ай, да, я умер. Обалдеть. Ну вот. Убьем его. Да. Это совсем не сложно, если он не может все правильно подделать. Но почему? Почему он не может скрыться от меня? Ну, признавайся. Ты знаешь, я знаю, вы все ниндзя на короткой ноге друг с другом. Так, идея заключается есть в том, что... что-то более знакомое в нем, но я не могу понять, что. Что хоть я и не могу понять, что там до боли знакомое в нем, но я могу подделать вас при помощи Даодана. Так... Сейчас я вас всех сделаю нафиг. Отлично. Вот это я понимаю, настоящая битва настоящих девиц. Так, кто-то избивает меня из рельсовой твари. Я даже знаю, кто это. Единственное, что я не очень знаю, как его подделать. Может быть, так? Неплохо. Встанешь? Встал. Он злится. Я чувствую его разочарование. А и так зайдет. Главное, что ты уже не стреляешь. Да. Ой, хочу уже драться с ниндзя, вы мне всякую фигню мне даете. Так, могу перезарядить. Это хорошо. Это правильно. Это меня радует. Не помню, что дальше будет. Помню, что кто-то где-то появится. Да. Угу. Он упал, да? Отлично. Отлично. Так, хватит ли у меня всего этого, чтобы драться с ниндзя? Пожалуй, да. Пожалуй, да, но дверь пока не откроется. Давай, хочу подделать тебя. Подделывайся. Отлично. И дверь откроется. Да, я готов.
загоню его в угол. Это будет нелегко. Все, чего ты добилась, охотясь за мной, это заставило драться. Тебе надо было позволить мне уйти. Кто ты? Почему я чувствую, что происходит внутри тебя? У тебя закипает кровь, когда ты убиваешь. Моя закипает. Прекрати. Мы соединились как разорванные части. Подумай, чем мы стали. Поддайся это. Позволь забвению освободить тебя от всех страхов и сомнений. Ты один из головорезов Муро, не более. Посмотрим. Вообще не помню, как с этим сволочом драться. Кроме того, что нужно избегать вот этих вот штук. Угу, уж это я помню. Ах, как же тебя подделать-то, а? Я забыл. Так. Ага, что-то получается. Не дам тебе уйти. Не дам тебе, сказал, уйти. Сволочь. Эй, куда делся? Туда. Так, он выстрелил, да? Если он выстрелил, то мне надо... О! Черт, эта штука прилетела в миллиметр от меня. А вот и он, да? Чем бежит за мной, как ублюдок? Вот так тебе, ублюдок. Че ты как ублюдок? А. Так что я. Стой на месте. Нет! Блин, эта тварь меня ударила. Ага. Я тебе шею подломал. Что ты на это скажешь? Так, где он теперь? Не вижу. Ну где ты? Вот вижу твой выстрел. А тебя тоже вижу. Так. Угу. Блин. Выстрел-то попал в цель. Ты хотя бы не барабас, ты хотя бы не лечишься. Уже плюс. Это удобно. Извините за бред, попробуем второй раз. Ну теперь, по крайней мере, я примерно представляю, как с этой тварью драться. Блин. Чушь, да и только. Ты чего в меня стрельнул такое, что просто полный отстой был? Ты куда делся вообще? Угу. Стой. Стой. Угу. Стоять, я сказал. Да, ну ё-моё, ну а. Где он там шляется-то? Мужик, мужик. Цыц. Кто пошёл? Ну, так, да. Стоять, бояться. Угу. 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 Блин, неужели опять свалится? Это ж плохо для меня же. Пойди. И где он опять? Может подстрелить его, а? Может он более подвержен выстрелам, чем Барабас? Или подвержен. Не поймешь его. Непонятно. Ну, лучше стрелять, чем вообще не стрелять. Не правда ли? Так. Да. А ты... и ушел, сволочь. И отсюда тоже ушел, да? Ну, отсюда-то тоже ушел. Где он теперь? Этот выстрел... А, вот он. Угу. Прямо вместе со своим выстрелом ходит. Так.
Бум. Ну зачем ты так далеко портанулся-то, а? Совершенно неинтересно. Шею тебе заломить. Так. И порт. Ну же, я почти убил тебя. Тварь, я сказал. Так, вот только не убивай меня, когда я почти. А, отлично. Диск! Хорошо, хоть не диски, это. Гриффин не позволял мне углубляться в прошлое. Похоже, он хотел многое скрыть от меня. Я чувствую ниндзя, и я знаю, что он может чувствовать меня. Почему? Кем я становлюсь? Что у нас общего? Нет, у меня нет ничего общего с ним. Ничего. Оу, oh yeah, Канока сбежала и запряталась на каком-то складе и будет теперь смотреть диск. Как интересно. В следующий раз...